Лита Артсплюй Продакшн представляет. Of Pain, но да. Опять же, там есть репл, которым можно нормально все это дело там открыть. Антимаг на хайграунд с Монтой вырезает. Ой, как быстро, просто, к чертовой матери. Как быстро ломает. Тем временем снизу. Снизу ребята не дают уйти своему оппоненту. Антимаг ломает линию. Да, боже, штык, он их держит здесь. Они будут драться, иначе никак. Они останутся, могут ни с чем. Сейчас уже забрали Клокверка. Байбекается Котл. Заходит на хайграунд. Корок на Наца. Второй лайн ломает Антимаг. И не дают уйти с телепорта. Здесь линия падает слишком медленно. Мисы опрокинул Котл. Они не пушат вообще! Линию, они просто не пушат! Архоны только убили вышку только что! Им уже Антимаг спушил пол базы! Да, потери есть, конечно же, вновь убивает Флэби после байбека. Ковхи все находится, не может никак уйти сверху Сноубол. Антимаг пушит до конца, сейчас остается последняя, третья линия. Он идет на трон. Он идет на трон, да, он идет на трон, потому что ребята тоже будут ломать трон. Попытка сделать мега-крипов может закончиться полнейшим провалом. Он сейчас будет пытаться ломать Т4 ТВРа, может быть, все-таки стоит уйти, улететь на базу. Байбек есть у Антимага. Там, тем временем, все-таки Тир-4 забирает только что, они идут трон. Вровень в ровень, сейчас пытаются Кос с Марчем что-то предпринять. АФ не собирается уходить Антимаг до конца. Антимаг сюда пришел, МСС старается ему помешать. АФ на когда трон падает, да телекинезис ты что? Рубик. Антимаг, Антимаг уходит. Блин. Пытается умереть, чтобы байбекнуться, пытается умереть в наглую, чтобы байбекнуться. Трон падает, Антимаг, Антимаг прыгает на Корока, делает все-таки фраг. Отбили свою базу, боже ж ты мой, MVP Феникс, что ж вы вытворяете? На грани, просто на грани. Заставили своего оппонента отступить. Потеряли только одну линию и два. Т4 да, Таура. А там две линии. Две линии они потеряли. И тоже там стоит абсолютно голый трон. Абсолютно голый. Обалдеть. Вот это просто вот игра. Это развязочка. Такого просто я не мог себе представить хорошо. В этом матче. Антимаг сейчас себе принесет красочку. У него есть деньги. Байбек он тратил. Это из минусов. Тревела появляется у практически всех игроков вообще в этой игре. Тревела у Шторма, Тревела у Котла. АМ сейчас добьет Рошика, будет сыр Аегис. Надо кому-то этот сыр забрать. Аегис возьмет, наверное, Акаша. А, ну да, хорошая попытка сделать ТП-шица. Рошик, конечно же, сбивает этот ТП. Так, вновь идут, уже заходит на хайграунд. Бета с командой, а вот идут трон. Они идут трон, клип это нет, матч, и ведь сломают же, обалдеть. Боже мой. Наглость, вот наглость, левел, левел овер 9000, боже мой. Good game well played. На второй карте Team Archon завершили